Всем привет. Мужик, значит, на работу опоздал. Приезжает, шеф у него спрашивает: «Чё с тобой? Ты всегда такой пунктуальный был, всегда вовремя приезжал. А сегодня чё с тобой случилось?» Он: «Да ты представляешь, поехал, думал, решил срезать дорогу. Поехал через лес. Ну и колесо пробил. Из машины вышел, меняю его. А тут из кустов выходит лесная фея. И вся такая в прозрачной, легкой ночнушке. И говорит: «Эй, мужик, а ты что здесь делаешь?» А я ей говорю: «Чё-чё, не видишь? Ебусь». Она: «А хочешь по-настоящему?» А я так посмотрел на нее, а у нее такая фигурка. Вообще, я говорю: «Ну, конечно, хочу». Ну и все. Шеф говорит: «Ну и чё, все-то?» Ну, она мне остальные колеса проколола. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.